I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I... Всем доброе утро. Начинаем новый влог. Начинаем с завтрака, да, по традиции. Там у меня что? Лучок я пожарила. Знаете, такой кругленький, зелененький. Помидорки черри. Перчик, два яйца, тут какие-то приправки, салатик из огурчика, укропчик, маслица и тыквенные семечки. Бутербродик сделала себе такой. Это хлебец, масло помазала и рыбку положила, актимельку. Мишка вчера плевался, не захотел. И кофе на овсяном. Ну и витаминки мои. В общем, всем добро пожаловать на улог. Не вмещается у меня кофе почему-то. Малину вчера купила. Вчера в спортзал ходила, но вчера ничего не снимала. И этот, на обратном пути купила малинку Мишке. Вроде такая красивая, все, но снизу, главное, вся портится. И кислая, как не знаю что, блин. И он не хочет, плюется, ему не нравится, когда слишком кислая. Я тут с кофейком чуть-чуть, но, наверное, я кофе на потом оставлю, что-то как-то объелась. А Мишка у меня вон, идет уже, да, идет. Он без конца ходит ко мне туда-сюда. Видите, уже вещи приготовил на улицу, кашу он поел. Но я его сначала покормила кашей. А, нет, сначала занималась йогой, потом кашей покормила. Да, сейчас пойдем на улицу с тобой, да, в магазин пойдем с мамой? Мама. Видите, он у меня попросил одеть тапки новые. Кофту принес мне, чтобы я ему одела. И он, типа, все, готов идти гулять. Все. Говорит, мам, пошли гулять. И просится ко мне на руки такой, и типа, пошли, ну, чтобы я его несла вниз. Без портков, но в шляпе, да? Ой, как интересно у мамы здесь, да? Я думаю, что он там, это пя-пя-пя-пя-пя, вот тут у меня сумка стоит, он тут у меня все выгребает из сумки. Все, что надо, он все берет, да, Миш? Все тебе надо это? Да, сладкий? Собрались. Долго собирались мы. Что-то я туда-сюда, этот Мишка меня без конца отвлекал. И что, нам нужно сейчас быстро в магазин. Ева же скоро придет со школы. Что-то я не это, ни к чему, блин. Хотела в Росмане походить, побродить. Ага, похожу, поброжу. И Мишке скоро спать, короче, такое. Сейчас быстро. И надо в магазин за картошкой. За картошкой. А в Росман я... Ну, потом покажу, что купила в Росмане. Долго собиралась. С сестрой разговаривала с Екатеринбурга. Так хотела я поехать в мае, но не получается, блин. Поехать в Екатеринбург. Мужу отпуск не дали, блин. Так я хотела, блин, туда поехать. В общем, трындец. Расстроилась немножко. И она расстроилась, и я расстроилась. Вот. Так мне хотелось, конечно, в Екатеринбург. Нравится мне этот город. Ну, с сестрой повидаться. Соскучилась. На улице благодать. Куртку напялила, мне уже жарко. Но я на футболку куртка. Я никак не могу привыкнуть, что у нас этот, как, ну, весна уже, как лето. Уже куртка ни к чему. 17 градусов, утро 17. В общем, хорошо на улице. Птички поют вовсю, небо голубое. Красота. Маша, бросок выполнен. Поднимаю горку. Но я быстро-быстро. Ну, как раз его уроки закончились, и я там... Хорошо, касса самообслуживания очень удобно. Я в очереди стоять там, да? Быстренько подбежал, цик-цик-цик, и пошел. Ева должна меня, по идее, сзади догнать скоро. Вот, я уже разделась. Все, не надо, никакие куртки, вот все. Футболка, максимум жилетка. Шапка. Не могу. Мы к дому подъезжаем, я открываю дверь, а тут у нас кто? Тут у нас Евочка приехала. Угу, красотка. Ну, с окончанием недели рабочей. Такая хорошенькая. Йо, покажи, скажи всем привет хоть. Всем привет. Жарко, конечно. Ты сюда на шейку положи. Обзор, что купила. Так, собственно, картошка такая для супа. Запекать буду батат. Может, Мишка будет кушать, знаете, типа фри делать. И такую буду запекать тоже. Он, кстати, запеченную кушает. Михаил тут готовил у меня, да? И что я купила в этом? Вот эти бананы испортились. Бананы такие плохие сейчас стали. Он его весь этот мял-мял, там что-то делал. Так, в Росмане. Так, салфетки, собственно, это этот гель для душа и шампунь. Да, ну, голову я его такой, я не мою, тело моем. Я Еве и Мише, но Миша мою такой, этим шампунем головку. И подмываю я их вот этим шампунчиком. Ну, вот этим вот гелем.
И сама использую как интимную гигиену, тоже нормально. Так, сухой шампунь себе не покупаю, дорогой батист. Беру это, тоже нормально, в принципе. Сухие эти. Ну, перекус Мишки. Мишке нравится больше, чем малинка. Клубничка ему нравится такая сушеная. Может, потому что она слаще, а малинка более кислая. А салфетки такие еще взяла. Это себе на туалетный столик. Красиво было, да? Ну, не для красоты, салфетки-то нужны мне там, да, а просто такую маленькую коробочку. Так, еще нужны были мне таблетки для посудомойки. Это я себе протеиновые батончики кофейку, да, когда хочется чего-то сладкого. Взяла тут всякие ванили. Ну, они такие, знаете, я бы не сказала, что шибко хороший состав, но и не сильно плохой, да. Вот я опять же сейчас смотрю книгу, вижу фигу, ничего не вижу. Что тут по калориям? 136 калорий на 35 грамм. Нормально. Ну, не мало, да, но, в принципе, печеньку, если вы съедите, столько же калорий будет, да? Какую-то простую. А здесь хотя бы 32% протеина. Так, это эти перекусы для Евы и Миши. Типа шоколадки, десерт, да? Вместо шоколада покупала вот такие штуки в детском отделе. Мишка кушает. Сейчас съел половину, даже больше, пока ехал. Но больше в него и не влезает, да? Так, и спрятался там, да? Купила себе такой гель-лак, земелак. Но он может быть и ОФ, и LED-лампа, да? Это типа 5 в одном, правильно? Фокусируйся. Да, 5 в одном. Он и уход, и база, укрепление, и топ. В общем, только вот это вот средство наносите, сушите, и все. И больше ничего не надо. Там еще был такой 3 в одном, тоже типа база, топ, и цвет в одном. Он стоил 13, а этот 15. Решила взять, попробовать. Я хотела 3 в одном взять, но там не было цветов вообще никаких. Я хочу на ноги такой попробовать, на ногах, да? Потому что мне лень красить. В топ, база туда-сюда. И на руках тоже посмотреть. Посмотрим, в общем, посмотрим, да? Положила Мишку спать. Ева у меня там, она в труселях, поэтому показывать не буду. Играет в игру, я разрешила. Я сейчас пойду удалять волосы. Нужно было еще когда их удалять-то? 2 дня назад. Но там прежде чем удалять, нужно побриться. А вот, у меня все времени не было. И сейчас пойду. На руках, в принципе, растут медленно волосы. Под мышками стали медленно расти. На ногах. Ну, икры я не обрабатываю, потому что у меня там болячки, да. Вот, в общем, пойду. И усы я тоже сейчас уже сегодня обрабатываю, потому что у нас такое солнце активное, я боюсь, что потом пигментация пойдет еще какая-то. За свет. Вот, пойду заниматься. Ева нарисовала на планшете, да? Умничка, так красиво еще нарисовала. И написала Ева, Мишка и мама. Это не я нарисовала, просто ну, красиво, очень красиво. Молодец, умничка. Я здесь написала. Угу, молодец, умничка. У меня обед. 2 котлетки. Это фасоль, да, последняя в томате. И салатик. Тут просто салат айсберг, или как он называется, нурки черри, укропчик, маслица чуть-чуть врызнула, и это кунжутик. Все перемешаю. Все, собственно, такой мой салат. Мишка там у меня проснулся, но они с Евой смотрят какой-то фильм Евина. Так, буду запекать сейчас картошку, да, собственно, это у нас батат. Я чуть-чуть посолила, совсем чуть-чуть. Ну, нужно будет доставать несколько раз и перемешивать, да, потому что вот так вот. Такая большая картошина, и получился целый противень. Планирую детям подавать, да? Типа, это картошка фри у нас будет такая. Вот. И, собственно, такая, да, картошечка молодая. Кожура, конечно, мне не очень нравится, но что поделать, ее можно не кушать, да. Муж такую любит, я тоже. Вот, Мишка тоже, но без кожуры, конечно же. Мишка такую тоже кушает, запеченную картошечку. Вот, и сейчас духовочку, ну, я уже по времени буду смотреть, какая сколько будет готовиться. Это нужно будет доставать, мешать несколько раз. В общем, этот парень опять куда-то собрался, видите, босоножки попросил одеть, рукавицы притащил. Все, готов, да, Миш, готов? Я, как обычно, детьми окруженная. Мишка прям такой ждет посылку, как будто понимает, да? В общем, у нас посылочка с Бэд Секрет. Давно не было, да? Да-да-да-да. Так, Мишка, это тебе труселя.
Показывает. Чтобы понимал, показывает. Вот, он у меня так стал начал разговаривать. Хамку весело, он показывает вам, говорит там что-то там, да? О, это Ели. Сейчас, подожди, Миш. Да. Спасибо, я буду на картинке. Вот, на картинке, смотри. Видишь, к тебе бумажки. Сандалии Ели заказали. Timberland. Вот это Timberland. Да, но они хорошенькие такие, качественные. Вот эта вот подошва. Я все время заказываю, чтобы подошва была твердая, вот эта вот, да, для Евы. Чтобы у нее она не стаптывалась, чтобы ножки не скальзывали. Потому что жарко, да, уже вот. И вот такие сандалии. 35 евро стоили. Ну, хорошее качество, на липучечка. Что для счастья надо. Ева, померишь сейчас, да? Мишка такой же примеряет. А Мишка ходит у меня в сандалиях тоже, да, целый день. Смешно. Трусики-то, да, пап, все трусики заказал. Армани? Красненькие. Сейчас оденем Еве, покажем. В 33-м размере взяли. Ну, запас еще есть, но если 32 брать, ей уже будет мало. В принципе, нормально. Потому что в прошлый раз мы взяли тык-притык, и она даже лета не доходила. Она сейчас у меня опять себя вытянет. Ну, пройдись, удобно? Да. Мне нравится, что подошва розовая, да, Ева? Да? Нормально? Да? Позерша. Тут-то радуется. Радуется папе, да? Что папа пришел. Да и сладу. Мама там, да, что-то делала. Мама. Мама. Кто тут пришел к маме с папой такой? Залезает, залезает, да? Кто тут пришел? Ты, мистер Сладун, ты пришел? Сейчас будешь меня лупить? Ой! Мама, дай буську маме. Дай буську. Целуй маму. Целуй маму. Целуй маму. Драться пришел. Пришел драться. Не боюсь. Так, собственно, эта картошечка все в порядке, да, красивенькая. А это у меня, в общем, нужно было все выстилать на вот так вот сплошной противень, да. И не надо было, наверное, солить. Она почему-то воду пустила. Первый раз у меня такое счастье было. Видите, там вода. И она такая получилась, как пюре. Наверное, я из нее делаю пюре. И все. Хотя, в принципе, и так я могу есть. Ну, Мишке дам попробовать. Будет есть. Будет, нет. Так, значит, это будет моя еда. И я тут еще готовлю этот рисовый супчик. Рисовый супчик, ну, куриный рисовый супчик для Евы, для Миши. Простой супчик для них такой. Сижу сейчас, Евину карточку памяти достала из фотоаппарата. Но она там поудаляла много видео классных с отпуска, и тут остались какие-то видео. Мишка тут меня таскает подушки туда почему-то. Такие кадры, я, наверное, их поставляю просто, знаете, так, ради этого. Ну, чтобы они остались. Она все равно потом опять им удалит, если вдруг. Просто так во влог поставляю. Она там так изъясняется, так интересно, смешно. Такая вообще. Привет, у меня там позавчера у меня выпал. Вот, посмотрите. И мне это очень нравится. У меня выпало 2 евро. Вот 2 евро это полностью. Покажи так. Мне выпало вообще 4 евро. Это 2 евро и 2 евро. Всем привет. Мишка здесь. Командует Мишка-разбойник. Хочет бить меня веревочкой. Вот Мишка кушает. Я вот тоже здесь кушаю. И Мишка сам кушает. Мишка, зачем тебе 2 белки? Это моя. Мишка, а белки почему не кушаешь? Вот прям из тарелки кушай. Мишка, вот уже брала. Вот Мишка, я скушала на макароне. Только сяденький Мишка только что проснулся. И вот сразу кушать. А вначале Мишка, у меня сделал пальчиком это мясо. Мишка маленький проказник. Вот и Мишка бьет меня.
лег спать, да? Спать лег, Миша, ты мой сладкий. Я говорю, ложись, пока мама, говорю, ручки помажет крем, а в туалет сходит. Да, и он, я прихожу, он уже под одеялко лежит. Мой умничка ждет маму, да? Будешь привет говорить? Привет. Привет. Ты такая взрослая, да? И вообще, Николай, ходи. А я вчера так навернулась у нас. О, я слышу в окно. Плачет. В общем, там такая горка есть крутая. И она со всего маха, со всей дури, на самокате. На самокате с этой горки и резко завернула зачем-то, не знаю. Ну, в общем, там они бегали, катались на велосипедах, на самокат. И она так упала сильно. Все колени, все локти, кровь. Очень реву было, обрабатывали. Она кричала. Мишка плакал, не разрешал ей тоже ничего лить. Ему жалко было Еву. Но она плачет, что когда я ей перекись-то льем на этот на ранку, что все в этом, в грязи там все это было. И Мишка убирает, типа, плачет тоже. В общем, ору было на всю квартиру. И она теперь вот у меня вся в лейкопластырях. Ходить не может, может только прыгать дома, скакать, Мишку развлекать. А ходить не может, только вот на самокате опять. Но у нас есть наколенники. Но сейчас пока ей наколенники там никак не одеть, еще там ранки такие. Некоторые раны прям такие сильные, но вас мат. Ой, как вспомню тоже эти колени, вот скоро у Мишки начнется. В общем так, у нас следующий день, да? Мы пошли в магазин. Там нужно совсем чуть-чуть купить. Вот. На улице хорошо, прогуляться заодно. Потом гулять пойдем, хорошо. А я Мишку спать буду класть. Мы сейчас до магазина. Может быть, во дворе чуть-чуть погуляем. У нас немножко сон у Мишки сместился. Он теперь стал просыпаться не в 6.30. Вот, а 7. Сегодня 7.30, да? 7.20, 7.15, и вечером спать идет он тоже. Не пол восьмого, не в 7, да, а засыпает где-то пол девятого вечера. И на дневной сон идет он спать в 12, пол двенадцатого в 12, вот так вот. Спит 2, 2.5, ну где-то так вот спит. Вот, на улице так классно, прям вообще, но мы сейчас поспим с ним. Потом, я не знаю, пойдем гулять, не пойдем, мне сегодня придут постригать. Так что буду постригать свою каре опять, ну не удлиненное такое, как раньше, да, постригала каре с небольшим удлинением, вот, ну до сюда, да, до подбородка. Не могу отрастить волосы, не нравится мне. Еще мне не нравится, что у меня вот этот вот бэби волосики повылезали, вообще никак не уложиться. И сама волосы эти отросли, блонд хочу покраситься, но блонд я буду краситься уже в другом месте. Не здесь, не в Германии. Еще потерплю чуть-чуть, да? Вот, ладно, в общем, мы пошли в магазин, рука у меня затекла. Ева у меня так вытянулась, такая высокая стала. Ева, покажись. Красотка. Прям вообще такая взрослая-взрослая. Вроде 6 лет только. Ну, почти. Можешь, не можешь, ну ты бедный. Бедный мой ребенок. Нужно аккуратно, да, теперь? Не надо так носиться. А то он такие только выкрутасы не вытворял на этом самокате. И ногу так она сделает. И с присядкой, и подпрыгивает на нем. Вот, допрыгалась, доскакалась. Я сегодня говорю, Ева, аккуратно. Она ж не слушается. А я такая, иду, говорю, у нас тепло. Там дети у меня все разодеты в футболках. А я с длинным рукавом. Потому что я делала фотоэпиляцию. И не хочу руки на под солнце подставлять. А СПФ мазать что-то не так лень. Вот, поэтому бережем кожу свою. Пошли домой спать. Гулять пойдешь? Ну, чуть-чуть, да? Положила Михаила спать. Ева там гуляет на улице, а у меня там посылки были под дверями. Сейчас мы их откроем. Надо как-то потихонечку, чтобы он не это... Я не знаю, это заказывал муж, в общем, у меня. Он заказывал. Тут вещи. Вещи для Мишки, по-моему, для Евы. Хотя я ему сказала, что не надо ничего Мишке заказывать. Я говорю, у него там вещей полно. И говорю, еще должна посылка прийти от подписчицы. Но это было до посылки. Да, с папой, как обычно, знаете, я им в одну ухо влетела, в другую вылетела. Он что-то там увидел. В общем, по ценам не скажу, я не знаю, да. Но если кому-то что-то понравится, то я ссылочки оставлю. Вы мне напишите, да? То я оставлю ссылки. На Best Secret это, по-моему, заказывал. Да, на Best Secret. Но там, знаете, да, приглашение нужно туда-сюда. В общем, какие-то там акции были хорошие.
Так, что там наш папа назаказывал? Ну, хорошо, хоть размер, знаете, такой побольше, чтобы это... Цены такие, конечно, 59 евро стоила эта кофточка. Но я думаю, что он купил на акции. Вот такой вот Timberland. А, вот такой вот свитшотик. Ну, классная такая расцветка. Такая, как курточка летняя, да? Хорошенькая. Папа такой вообще, ну, хочется ему, ну, ладно, пусть. Так, вот что-то еще. Я не знаю, кому. Гуэс, шортики. Ну, шорты такие, как будто, ну, плотные. А наше пузо-то нормально? Шорты. Сколько стоили, не знаю. Вот такие. Они будут ему до колен, знаете, такие прикольные. Ну, хорошие шортики, ладно. Кармашек тут такой. И материал такой дышащий. Такой вот. Шортики. Футболочка, я так понимаю, здесь. Или свитшот. А, футболка. Прикольная. Тоже ГУЭС. 22 евро. Но не за 22. За 22 ему не разрешают такие вещи покупать. Вот. Хотя он может мне наврать. Классная, да? Футболочка. А что это? Тоже ГУЭС. Да, ГУЭС. Такое. Нашивка. Сверху нашивка. Это не анимация. Ничего не приклеено, а пришито. Ну, прикольно, прикольно, да. В отпуск, да, парню. И еще тут что-то. Еще футболочка, наверное, для Евы. Папе, наверное, жалко стало Мишу, что все для Евы, и нужно что-то для Миши заказать. Знаете, у него такое. Я говорю, не надо, а он меня не слушает. Так, тут что-то Томми Хильфигер. А, это для Евы свитшот такой. Кофточка, она такая короткая. А Ева у нас не понимает вещи немножечко такие. Она думает, что маленькая. Но это такая, знаете, кроп-топ. Вот, кроп-топ, но с рукавами. Ну, прикольная такая, кстати. Кстати, такая, видите? Молочный цвет такой. Но это кроп-топ. На 8 лет. Не знаю, сколько стоил. Ну, классные. Но вещички, конечно, да, классные. Так, и еще одна посылка. Это посылка с Amazon. Это заказывала я уже, да. Я заказала. В общем, здесь у меня носочки. Сяду поближе. Носочки, клозы, маты. Здесь 6 штук. 6 штук. Они стоили совсем недорого. 17 евро. 6 штук. У меня просто закончились вообще носочки, да? Вообще я люблю носки. Так. Это какие-то там для спорта. У меня в спортзал вообще мало носочков. И они ХБшечка. Но эти носки можно не только для спорта. Но они типа там, знаете, как заявлено было, что они прям там спортивные, дышащие, нога в них не потеет. И мне что понравилось, что здесь вот подошва вот такая. Плотная. Плотная, не скользящая. Потом здесь такая резиночка специально. Она как бы держится. Здесь резинка, да, и здесь, и по ноге, и она не скользит. И здесь резинка, видите, ой, блин, улетел. И здесь резинка, она, ну, тянется хорошо, да. И я, когда в спортзал хожу, мне, когда я занимаюсь, ну, в кроссовках, да, хорошо, они не будут нога потеть, но и когда я снимаю потом обувь, занимаюсь там йогой, растяжкой, да, то мне нужно, чтобы у меня вот эта вот часть была, она здесь, видите, такая, не скользящая и более плотная, плотная, не будет протираться, и ноге будет удобно, да, заниматься, вообще классно. Вообще там было написано, что эти носки, они, ну, они еще, вот видите, здесь сеточка такая дышащая, они, в них нога дышит, да, хорошо, типа не для спорта, и нога не мерзнет, что и для зимнего спорта их можно использовать, для летнего, для любого. Здесь тоже такая уплотненная. И ХБшка, для меня очень важна ХБшка. Вот, ну и носки, и эти носки, в принципе, на улице тоже можно использовать для повседневки. Вот там, допустим, там пошли выгулять, но в обычной жизни. Ну, 16 евро за 6 штук, ну, 17.
за 6 штук 17 евро. Вообще идеально. Там расцветок всяких разных много, но я люблю, чтобы был верх, ну, чтобы беленькая была вот эта вот часть, да. А здесь мне понравилось, что черная, потому что в зале очень грязно. Ну, классные носочки. Вот, собственно, носки ссылку оставлю, потому что вдруг кому-то нужно. Носки классные, реально классные. Сегодня пойдем гулять, протестируем. Так, мы поспали. Я там посмотрю. Поставила камеру, смотри, что он там делает. Еще посылочка у нас пришла, да? Опять с Bad Secret. Для Евы. Такая красивая коробочка, да? Красивая? На, держи. Что там такое, да? Вот, мама тебе даст коробочку сейчас. На, держи. Это кроссовки для Евы на физкультуру. 27 евро, по-моему, да, стоит? Я, короче, все цены не помню. Не, ну классные, кстати. Сеточка такая. Вот такая. Не сетка, как материал. Ну, легенькие такие, легенькие. В общем, на спорте я, то ей уже малы те были, оказывается. Она молчит. Я у нее сколько раз прошла. Ева, малы, не малы. А тут она такая в пятницу. Ну, в эту пятницу. Вчера, то бишь, да. Мама мне, говорит, поджимает пальчик. А, не в пятницу, а в четверг, перед тем, как спорт у нас должен был быть. Говорит, мне пальчик поджимает. Все каникулы молчала, я потом только сказала. Хотя я у нее спрашивала очень часто. Малы, не малы. Ну, классные. На спорт, потом будет так бегать. В 33-м размере. Хорошенькие. На Best Secret вообще много всякого. Обуви на скидках можно найти. И взрослой, и детской, и одежды тоже много всякой. Вот. Так что вот, если кому надо, то это... Там, короче, на Best Secret просто так не зайти. Там должно быть приглашение. Приглашение я тоже не оставлю в описании ссылки, потому что оно действует 48 часов. Да, 48 часов это приглашение действует. Я не знаю, почему этот сайт такой прям засекречен, но это, видно, у них такая фишка, да. Туда можно только по приглашению. Если вам надо, вы мне в комментариях пишите, Ира, дай приглашение, я тогда вам приглашение это даю, и вы должны в течение 48 часов зарегистрироваться. Если не успеваете, значит, все, приглашение сгорает. Вот так вот. И очень много там вот всяких этих. Мы, если надо обувь кому-то, да, из семьи, то мы сразу же идем на Best Secret. Там всегда что-то да есть. И постоянно там всякие, ну, на 90-80% скидки. Ну, классный сайт, мне нравится. Очень нравится. Вот. Вот. Собственно, все. Вся распаковка. Заказала еще Еве кроксы. Но их даже еще не отправили. Представляете, мы заказали их уже давно. Ну, чтобы во дворе бегать вообще, чтобы были, да, там. Вот еще до сих пор не пришли. Ну, обычный крокс, там, классик. Тетя! Тетя! Мишка! Ку-ку! Такой кокотин. Лишь бы папа с ним баловался. Попросил, чтобы ему одели Евины кроссы. Он мне теперь все либо свои притащит, либо чьи-то. Вот ему надо все, вот этот период начался, одевание. Да? Штаны достанет. Психушка, я ему одевала штаны. Да? Эй, Улкин. Ты же куда-то собрался. Да, Михаил? Куда собрался-то? Все? Ну, под одну ножку запихал. А? Головку мыл, папа в душе был, он к нему зашел, голову помыл, да? Вот посмотрите, прям одевает ножку туда, настырно. Ну, в одну, правда, но ничего. Ты молодец. Сейчас мама тебе оденет шорты, раз ты хочешь. Мама помогла, но одела задом наперед. Лазер скоро описывается, пусть так ходит. Сейчас буду мыть волосы и хочу попробовать, наконец, эту маску кератин. Это с этого стема. Посмотрим. Тут написано вымыть голову и 3-5 минут подержать на голове. Потом смыть. Что там будет? Не знаю. Там очень мало ее на самом деле. Я помыла голову. Такая лохматая. Сейчас буду сушить. Вот. И что могу сказать про эту маску? Когда ее наносите, знаете, волосы становятся как пробки. Ой, как пробки. Как проволока. Такие, знаете, скрипучие почему-то. Я не знаю. Типа это кератин такой, там и вправду есть. В общем, не знаю, сейчас высушим, вытянем и посмотрим, что получится. Ну что,
Я не знаю, что могу сказать про маску. Но волосы классные. То ли от маски, то ли что. То ли фен у меня такой классный. В общем, я не знаю. Но волосы вот какие. Там реально, когда наносите на волосы, они, знаете, такие становятся, как проволочка, такие, и как будто скрипят. Может, и правда, ну, может, и правда, но если сейчас еще раз попробую. В общем, вот, вытянула я волосы. Волосы уже очень длинные для меня. Не хочу, я хочу вот. Люблю, когда шея открыта. Когда шея открыта, то мне лучше, да? Мне и так вроде неплохо, да? Но сейчас лето, жара. В общем, я устала, и мне не нравится, что вот концы, сейчас вроде они у меня закрылись, да, я высушила, они закрылись, но все равно вот эти вот метелки меня бесит, вот, хотя бы так, вот так вот. Обкромсаюсь, муж скажет опять, а потом сначала не нравится, а потом на следующий день ему все нравится. Я не знаю, что за мода такая у него, что за это, сначала меня там... скажет фу, а потом мы типа, ой, хорошо, мамашке так хорошо. Мы вышли на улицу, Мишка такой таскает. В новых тапках. Ева. Моя стрижка. Не сильно коротко меня постригли, да? Можно было бы еще короче, ну ладно. Пусть будет так, как муж хотел, так пусть будет. Но посвежело, хоть эти волосы все мои ужасные отстригли мы. Я хотела так еще. Посмотрим еще. Пока пусть так. Ну, шея открыта и хорошо. Там-то короче. Так. Так. Что показала, не знаю. Бандитина. Чтобы такого сделать плохого, да? В новых топотулях ходим. На улице хорошо, тепло, 23 градуса. Время 6:30. Ой, цветочки так любят, все цветы готов оборвать в округе. Мишка, дай мама тебя снимет спереди-то. Я с такой стороны не подойду, а все время отворачивается. И булки. Покажу, что на ужин салат просто сделала. Салат, огурцы, помидоры, редиска, там простой такой салат, да, какой-то там романа, по-моему, потом укропчик, яйцо отварное, специи, кунжут, масло тыквенных семечек, ну и все, собственно, перемешаем. Вот такой вот у меня легенький ужин. Включая, чтобы попрощаться с вами, всем огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Как обычно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, новых видео. Пока-пока. Чао.